Отлично. Мне кажется, еще рано снимать. Нам еще ехать до красивых мест. Нашли такси. Ничего не происходит, нужно ввести код. Тогда вытаскивается ключ внутрь. Можно открыть. Все. Вот такие вот апартаменты. Ну, самое простое, что нужно есть. Кухня, кровать, шкаф. Ну и красивый вид на балконе, смотрите. А у нас тут блинчики. Сейчас едем вот сюда. Аквапарк. Приехали в Атлантис, в аквапарк. Ну что, готовы в аквапарк сходить? Да, ждем Сашу, ждем Марка. Да. Они где-то тут. Наверное, если они за нами придут. Ждем, в общем. Ожидаем. Это новый влог? Не, я не знаю, у меня памяти не хватит для нового влога, но давай я просто... Я поснимаю. Не-не, я просто поснимаю немножко, а там я уже подумаю, делать влог или не делать. А тебе прислали бабки за первый канал? Да, конечно, да. Все уплочено. Давайте. Сколько все день обращения? Там, видишь, тебе лучше снять поближе, а то не видно будет. Так. Ну, с Богом. Мне кажется, самое страшное, когда я вижу, что ты понимаешь, что на запчасти нет. А вы на лантаре? Ребят, всем привет, спасибо, что смотрите мой канал. Хотелось бы, чтобы вы поддержали его лайком, подпиской, оставили какой-нибудь комментарий, либо положительный, либо отрицательный, понравилось вам видео или не понравилось. Также вы можете поддержать канал материально, ссылку оставлю в описании, либо где-нибудь реквизиты оставлю здесь. Не всегда есть время, чтобы выкладывать видео, монтировать.
Хотелось бы, конечно, наверное, нанять человека, который выполнял какие-то мои обязанности в этом плане. И, возможно, вот эти средства, которые вы отправите, пойдут на зарплату человеку, который будет делать монтаж, ну и, возможно, ускорит процесс выкладывания видео новых. Поэтому поддержите, пожалуйста, канал, кто как может. Спасибо вам большое за все. Рамадан закончился. Сейчас фонтан закончится. Сейчас мы не успеем на фонтан даже. Через толпу просто. Извините. Сори. Сори. Ну почти добежали. До закрытия остается 15 минут, мы бежали вот сюда. Вот он, один тайфун. Пельмени! Тупые. Да. Был, как бы, да. Черт! Это влог. А у нас есть? Это Марк. Голеностоп дернул, она нормально. Нет. Это Морис, это влог. У меня памяти нет. Вот Саша. Вот Марк. А вот Морис. Я готов. It's your first time on X Line? Yes. Are you ready? Yes. Got over? Yes. Got off? I'm ready. Yes. Enjoy. Ну все, давайте. Увидимся внизу, ребят.
Обалдеть. Я не готов. Yes, it's really cool. It's really cool. Little bit forward. Вот с той крыши нас запускали. Вот летят еще одни люди. Очень жарко. В пустыне жарче намного. Кто из вас кто вообще, а? Я знаю, кто. У нас есть собственный Джафар. Вот он, вы посмотрите на взгляд Джафара. Арабская группа. Морис, Морис, вылезай, я тебя нашла. Drive slowly, no insurance. Не страшно. Да нормально. Медленно просто катайся, все, и не будет страшно. Нет, я хочу быстро, мне страшно. Тогда тебе не стоит идти, раз тебе страшно. Уходи отсюда, уходи. Ну что, ребят, поехали? Погнали! Да нет, да. Правда. Ну, в какой-то момент тут хуже, потому что жарко. Ну, да. Потому что жарко, а так прикольно. Но там все-таки комфортно. Я закопал свою машину и вся в песке. Да? У меня все глаза в песке. Теперь мы идем туда, ради чего мы сюда приехали. Это как раз сафари. Сейчас будем, я думаю, кататься на вот этой машине. Ты что такой нервный? Я нервный, я нормально вроде. Я спокоен. Я вам говорил, что сафари это прикольно. Да, прикольно, Марк. Да, прикольно, Камила. Камила уже имена начала забывать. Не, мне нравится. Как в маршрутке.
творение вот этой гармонии. Блин, круто по пустыне. Я хочу нормально научиться. Ну нормально, если ты успеешь. А вот так? Вот так у меня папа точно умеет. 100%. Он так иногда катается на скипках. Точно так же. Только без горки. Я тоже так хочу! Дрифтинг! Нормально! Кайфуем! Вот представьте, вот так доверились человеку, которого видимся только сегодня. Так вот мы оказались в пустыне. Это было, не забываем. Аксель нереально сделать, потому что все время ты остаешься. Давай. Почти. А дупель где? Давай дупель. А я давай на Аксель. Напрягаться? Напрягаться, да. Мой спокон. Теперь мы приехали на кемпинг. Сейчас будет ускоряться, наверное. Хеликоптер. Опа. Понеслась.
быстро крутишь. Еду в очень крутое место. Скоро вы его увидите. Короче, у меня долго была эта мысль, сделать это или нет, но мне кажется, я ехал в Дубай, в принципе, ради только этого. Чтобы вы понимали. Я не знаю, отсюда видно или нет, но... Мне кажется, видно, как собирают парашюты. Я на самом деле думал, что очень мало кто прыгает с парашюта, а здесь людей очень много. Даже вот если посмотреть по спискам, здесь еще не все, меня даже не видно. Мне сказали, через час. Просто огромный список людей, которые прыгают сегодня. Меня здесь еще нет. Вот так примерно забирают людей. Я говорю, ребят, давайте прыгнем с парашютом, будет круто, будет классно. В итоге на никто не захотел, кроме меня. 24 hours later. Всем привет, меня зовут Марк Кондратюк, я... I believe I can fly. I believe I can touch the sky. А я вот, у меня там была цель, если я в Дубай полечу, я прыгну с парашютом. Потому что здесь очень красивый вид, перетище и вид на пальму, еще с тобой прыгает дополнительно мужик, который снимает тебя вокруг. Я не знаю, как это на практике, но говорили, что именно так все происходит. А еще мне рассказывали то, что самое страшное на самом деле не сам прыжок, а самолет, потому что он такое ощущение, как будто картонный, и ты садишься не как вот обычные самолеты вперед лицом, а с боком вы сидите, друг на друга смотрите, и потом один за одним начинают вылетать люди. Примерно так мне рассказывали. И мне еще про пилота рассказали, вот, когда ребята тоже прыгали. Там был пилот с дредами и босиком, чтобы понимать.
Вот мне кажется, вот это самое страшное, прыжок. В общем, я вам расскажу чуть попозже, какие у меня эмоции. Это борьба. Борьба в партере с парашютом. Я его на лопатки положил, он теперь беспомощный. Вот так вот, выдувают воздух весь. И упаковывают. И все делают одинаковые движения, очень выглядит безопасно, организованно. Ребята молодцы, правда. Устал, решил немножко полежать, отдохнуть. Чтобы вы понимали, инструкторы в день делают 5-10 прыжков. Это если посчитать в год, это огромное количество. И у них на опыте, на практике, у многих от 2000 до там 8000 прыжков. Которые идут там на инструктаж и уже скоро будут прыгать. Вот я уже есть в списках. Ждем своей очереди. Я уже почти готов. Экипирован. Все, ладно. Кладу все вещи в шкаф. Погнал я. Hello, hello, hello! Hi. Here we go, here, it's good everybody, welcome! Okay. Going to jump! How's it, how the feeling? Good. You're good? Yes. First time for you? Yes. Do you want to say something to your friends and family before we go? My mother and father, hi! Hi and bye, yeah? Cool. Any question about instructions or all good? Yeah. All good. Yes. Enjoy, have fun, see you in the air! Woo! Awesome, thank you! Today, why do I feel like I linger? Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your heart. Until the very last hour, we still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Here we go! Welcome back. Woo! How's it's it? It's amazing.
I want to jump again. Again and again, yeah? Go, yeah. Man, you did great up there. Was flying, smiling, playing, yeah? Can I do one thing again? Yes! Awesome! Cool! Thank you so much! Thank you! Good job! Thank you! See you next time! Yes. Yes. Это было так круто, я вообще не представлял, что именно так это будет происходить. Самое крутое это было вылетать из самолета, потому что ты вообще не понимаешь, что ты начинаешь быстро падать вниз, резко. Это было нереально, правда. Это очень-очень-очень-очень круто. Я советую всем. Не знаю, я бы с удовольствием еще раз прыгнул, но, конечно... Это нереально. У меня даже дали немножко попилотировать. Я делал там два рычага справа и слева. Он говорит, куда хочешь, вправо или влево? Я начинал тянуть влево и прям очень быстро начал разворачивать и спускаться вниз. И потом, ну, вытягиваешь в обратную сторону. Тоже ребята не другие поехали тоже вон на автобусе. Тем более вообще непонятно, когда ты взлетаешь на самолете. Ты только сел, ты уже в высоте. Пока там разговариваешь, общаешься. Как-то все так круто прошло. Рад, что я сделал именно здесь, потому что очень красивый вид. Ты летишь, а у тебя видно всю пальму, видно Бурдж-Халифу вдалеке, видно вот это колесо с высоты. И... Просто какой-то нереальный вид. Очень красиво.